Спасибо, Лидия Павловна. Пирожные чудо. Значит, вы и горничная, и кухарка. Устаете, наверное. Ой, вы знаете, я с детства детективами зачитывалась. А я мечтала быть сыщиком. Я сразу понял, что вы наш человек. Да? А я похож на обманщика? Да я своих за версту чую. Как? А мы... Да, вообще, знаете, я как телевизор смотрю. Я всегда знаю, кто убийца. Да так нам вас сам Бог послал. Давайте, рассказывайте. Что? Все? Все, что знаете о Меркулове. А вы будете записывать? А, нет. Информацию лучше запоминать. Мало ли. Значит так. Гостей Меркулов не любит. Входит к нему только один адвокат по фамилии Карелов. Ну, я понимаю, они с детства знакомы. Еще захаживает мама жены Алены. Кстати, насчет жены. Как они живут? Она вроде молодая, Меркулову за 50. 51. А прекрасно живут, хорошо. Знаете, каждый вечер милуются, как колобки прямо с картинки. Ой, только вы позвучи. Я иду с подносом.